Хирург детской клинической больницы спас жизнь новорожденному орангутану. Уникальную операцию провели в ветеринарной клинике. Малыш находится в тяжелом состоянии, у него была закрытая черепно-мозговая травма. На мозг давили осколки костей. Возможно, это случилось из-за тяжелых родов у матери. Врачам пришлось реконструировать череп, при этом нельзя было использовать пластины. Подобные операции делают грудным детям, ведь кости младенцев растут быстро, и инородные предметы недопустимы. Сейчас маленького орангутана, которого назвали Матику, перевели в новосибирский зоопарк. Он быстро восстанавливается и уже через несколько недель сможет позировать для посетителей. Кровопотеря была совершенно незначительной. Но зона операции была очень опасна, потому что в зоне компрессии теменной кости были расположены крупные венозные синусы. Моему коллеге удалось обойти их и избежать кровотечения, которое могло угрожать жизни пациента, которое могло ухудшить послеоперационное состояние пациента.